Прогулки в прошлое Ставрополя. Проспект Карла Маркса, 62. В 1896 году купец Карл Наводний построил здесь двухэтажный каменный дом с фасадными украшениями, балконом, арочным проездом для экипажей и большим подвальным помещением. Во дворе Наводний устроил небольшой колбасный завод. В 1907 году Ставрополь охватила кинематографическая лихорадка. В малоприспособленных помещениях города начали демонстрировать первые киноленты братьев Люмьер. Тогда Карл Наводний сдал второй этаж своего нового дома под кинематограф «Биоскоп». За год прошло более 200 сеансов, которые посетили более 60 тысяч человек. Увидев выгоду от нового бизнеса, Карл Наводний пристроил здание специально под станционный кинематограф. Киносеанс теперь состоял из трех разделов. Перед основным фильмом можно было увидеть видовые ленты, полеты дирижаблей, скачки и пейзажные зарисовки. В конце сеанса публике предлагали небольшие развлекательные ролики. Наиболее кассовыми были остросюжетные ленты французских кинематографистов. На нижнем этаже здания кинематографа находился универсальный магазин. Можно было найти что угодно. Охотничье ружье и велосипеды, швейные машинки и граммофоны, несгораемые кассы, шкафы и музыкальные инструменты, даже линолеум, парикмахерские принадлежности, пишущие машинки и наборы для бильярда. После революции здание перешло в народную собственность. Кинотеатру дали новое имя «Арс» и изменили репертуар. Нынешнее название «Октябрь» кинотеатр получил в 30-е годы прошлого века. В 80-е годы здание стало памятником архитектуры и попало под госохрану.